Милый, я побрила тебе подарок на Новый год. Да. Ребята, всем здорово, Саныч на связи. Как же я завидую этому милому, которому побрили подарок на Новый год. А что можно побрить, ребята, на Новый год? Скажите мне, пожалуйста. Конечно же, индейку, которую она купила в магазине, да, чтобы там было поменьше этих перышек. Не перышек, а тех, которые остаются там от перышек. Ребята, конечно же, я шучу. Все прекрасно понимают, что она побрила. И только вот такие вот товарищи, вы понимаете, о ком я, да, такие махнощекие, принимают это все подарком, типа, о, она побрила писеньку, сегодня у нас будет горячий вечер. Он это не за данность принимаешь, ну как бы нормально, женщина должна за собой следить, как и мужчина равна. Вот и в постели они такие же равные партнеры, да, то есть друг друга удовлетворяют, только чисто по кайфу, да. А тут она подарок сделала, да, вот такие вот дела, ребята. И самое интересное, что много это реально воспримет как подарок. Пишите, воспринимаете ли вы такие подарки.